Братва, у меня сайт реклама продается. Очень дешево. Дешевле, чем хлеб в местном ларьке. Я тебе отвечаю, пиши мне в личку ВКонтакте. Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и это один из немногих потерянных эпизодов Черепашек-ниндзя. Как оказалось позже, эту серию изменили на еще страшнее. Серия начинается с заставки. Она была страшной и очень пугала. Все было очень мрачно, а звук как будто из самого ада. Серия начинается, как черепашки рассматривали постер Ивангая, но вдруг к ним пришла Эйприл. Она была необычной, ее глаза были белые, а сама она красного оттенка, что очень пугало. Она молча включила свой ноутбук и показала черепахам что-то. Это был гипноз. Посреди гипноза были видно какие-то глаза. Вдруг начались резкие и странные помехи. Глаза черепах были загипнотизированы. Они выполняли любую команду Эйприл. Она им приказала идти за ней, но любовь Донателло к Эйприл не разрушал даже гипноз. Он ее обнял, и они пошли. Опять помехи. Они пришли к какому-то ненормальному ученому. Он сказал Эйприл, что это хорошая работа, и дал ей плод крови. Глаза доктора были красные, налиты кровью. У него была какая-то суперсила. Он приказал, чтобы черепахи нападали на него по одному. Он видел все их удары наперед. Первый побежал Раф. Доктор увертался от всех его ударов, а потом достал его Сай и со всей силы ударил по голове Рафа. После такого удара не выживал никто. У Рафа из головы пошла кровь. Следующий был Леонардо. Леонардо махал своими катанами, но у него не получалось попасть по свихнувшему ученому, после чего ученый отрубал голову Лео Саем. Это выглядело очень жутко. Микеланджело начал отпускать гипноз, но по его голове пришел сильный удар, и он умер на месте. Остался последний черепаха – Донателло. Ученый видел наперед все движения Дони и зашвырнул его в стену. У Дони треснул панцирь. Он умер. Четыре братья мертвы. Под конец ужасный дьявольский смех свихнувшего доктора. Серия закончилась. На этом все. С тобой был Сергей Онис. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно и мотивируй. И подпишись на мой канал. Эй, тебя ждут много чего интересного. Это обязательно подпишись. И помни, это всего лишь мое воображение.